Всем привет! Это продолжение FIFA сериала в мире Endless Legend. На этот раз я играю за неистовых магов. Если вы смотрите это видео не в день выхода, то могу сказать, что это не первая серия. Так что переходите лучше к первой серии, ссылка на нее в верхнем правом углу в виде белого кружочка с буквочкой I, и начинайте просмотр с самого начала. Ну а всем остальным я желаю приятного просмотра. Так, что у нас тут с победой? Построю, так уж и быть, Атмоса одного. Так, сколько мне тут до победы? Научная. Почему 20%? А, 5 технологий 6 эры. 5, значит, а не 4, ясно. Пойдем к варежкам. Не понимаю, почему не открывается оттуда, ну ладно.
Все, можно заканчивать. Я не так ничего и не сделаю, я просто выиграю научные победы и все. Так. Это добывается. Добывается. На вино большой спрос, естественно. Не у всех он есть. Что героя купить еще какого? У нас тут есть неистовый маг. Реликварий Аурии. Ну, плюс 100 золота, минус 50% содержания. Тоже неплохо. Так. На патриотизме. Так, поставим вот тут где-нибудь. Зима наступила. Да ну нахер, а? Ну так к концу игры она все чаще и дольше. Хреново. Не говори. Так, знаете что, куплю-ка я шпиона и отправлю в города соперников. О, строитель Гула Ява. Отлично. Посмотрим демографию просто, наконец-то. О. Войска у меня круче. Население он меня опережает, но... Что, в чем он мне может помешать? В чем он может выиграть? Ни в чем. Теперь надо отправить, найти шпиона и отправить к хранителю тоже.
Наверное, уже на науку все садить. Сомнений у меня, что они могут захватить. Мне, конечно, хотелось бы увидеть армию хранителей еще. Так, тут шпионаж. Нужен еще герой забытых. Технологии из пяти я исследовал. Алтари надо ставить. Тут за квест. А, там с двумя какими-то ведьмами, я так и не понял. К сожалению, эти квест-фракции не выполнится. Да, кстати, еще квест-фракции не проверил. Ну, тоже все путем. Так, можно героям... Это что за желтенький? Это чьи? Это квестовые. Не, а чьи? Чьи-то? Производство на город. Я просто не открыл одежду из титана. Там были бы на науку можно было бы одеть. Войска почему-то уменьшились. Хотя нигде ничего не умирало. Четыре хода. Шпионов новых не появилось. Хранителю надо отправить.
Второй уровень проникновения. Можем какие-нибудь гадости поделать. Но лучше повыше уровень сделать. Тогда реальные гадости можно сделать. Но на пятом уровне. Дает видимость армии, чем плохо. Ну, фиолетовый с кем-то дерется. Стража одолел. Понятно, с кем он дрался. Может, запасы лучше покупать? И золото в науку конвертировать, типа такого. А, тут уже все заполнено. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Так. У тебя 15 районов. Кого? Ну, кто там легендарный подвиг совершил в 15 районов? Да, это я. Thank you.
О, он уже открыл одну научную штуку. Блин, надо ускориться. Или напасть на него вообще. Видите, он уже открыл какую-то одну теху. Так. Кристалл мне нужен для атаки юнитов. Ага. Слегка качнем. Ага, нет у нас столько. Вот по воде имеется. Не успеваю ходить, блин.
Так, праховая орхидея. Но он все еще отстает на одну теху. Чё летаешь? Руками или автоматом будем? Блин, пропустил, не успел. Хранитель, ты тут? Карвинус. Карвинус.
рассматривал? Ну, экономически ты там далеко, экономически. Все, захвачен город. Так у тебя экономическая победа 53%. Какая там победа тебе еще? Половину. Карвинус, ты вообще в чате тут, нет? Он отмалчивается что-то прям. А как тут в чате написать-то?
Блин, как тут в чат писать? Кто-нибудь может сказать? Enter нажимай и пиши. У меня Enter заканчивает ход почему-то. Ну, не знает. Что началось-то? Так, если что, на автобой давай, если решишь. Автобой давай. Тебе не кажется, слишком равно, чтобы на автобой это все вешать? Ну, долго будет. На удачу давай. Видишь, ничья. Ну как ничья? Ничья. Ну как ничья? У меня 4 юнита убито, а у тебя ни одного. Ну, ты учти, что у меня и хп-то 2 раза больше, чем у твоих. И что? Блин, нахера я тебя послушал? Моя атака больше, чем у твоих. У меня все больше по параметрам. Это раз выиграл только из-за того, что у тебя зерк.
Ладно, отправлю к хранителю хоть кого-нибудь со шпионажем. Зачем она? Так, посмотрим, что там у хранителя. Не, хранитель точно не победит. То есть у нас гонка, собственно, с... Так, какие у нас тут... На науку. Все уже построено, что ли? Вот еще. Давайте тогда побыстрее не просто докликаем, чтобы время не терять. Мне одна теха осталась. Сколько у тебя ходов будет на нее потрачено? Я тебе не буду это рассказывать, потому что ты начнешь что-нибудь там переключать, что-нибудь делать. А у меня все вот так переключено. Ну, давай докликаем до победы и посмотрим, сколько ходов осталось. Ну, давай. Давай сейчас разберемся на границе с автобоем только. Чтоб время побыстрее прошло. Тебя устраивает это?
Нет, не хочу. Я не пойду на тебя в любом случае. Нет, иди либо на меня. Что мне с тобой на границе разбираться? Понятно. Что это за выпрашивание нормальных этих условий? Нет. Там автобой поставил, когда мы в ровных условиях были. Тут давай на границе. Ладно, понятно. Так, надо боишься, шпиона. Значит. Шпиона посадить к нему. А, три хода еще. А я могу еще одного шпиона купить. О. Ну, тут без вариантов, я думаю, у соперника. Так, я еще хочу кровавый кристалл купить. Изумруды. Праховая орхидея и кости... титанов, вот кости титанов есть. Не понял, что я сейчас купил. Понятно. Так, что в городах? Наука. Три хода. Давай прокликаем до конца уже, что тут. Не буду я на тебя нападать. Можешь не ждать там конца хода. Кстати, идет в экономическую. Но я думаю, что все равно я раньше.
Два хода. Так. 10 изумрудов надо. Ну, на всякий случай. Или поставить лучше эти. Ну что, один ход до победы. А что тут? 80%. Ну, не успеет. Денег, наверное, у него дофига. Ух. Что у тебя с прогрессом случилось? Че, упал так? Надо. Решил, что уже не получится через прогресс победить? Ахен. Проверяю. Так, давайте-ка шпиона посмотрим. Давайте снизим на всякий случай еще. Прогресс еще больше ему. Ну, откровенно говоря, мне в этой игре очень повезло с местом. Я еще не очень, на самом деле, хорошо играл. И неистовые маги, конечно, очень мне нравится эта фракция. Они очень сильны в науке, и при этом юниты у них необычные. То есть они слабы в плане, ну, их легко убивать, но через это идет их и сила, как говорится, сила через боль, тут у них слоган. Особенно вот эти их охотники, кто там, ну, которые вот на большое количество площади сразу стреляет, это, конечно, мне помогло моего другого неистового мага победить. Я думаю, что против других бы тоже помогло. Эх. 4 хода не хватило, да, до экономической победы, блядь. Ну и где? Мне вообще не сообщается ничего. Где радость от победы? Не, вот, ну я в курсе, что у меня закончились все исследования, но, блин, мне так ничего, у меня написано «ожидать других». Не, ну у меня напишут, что ты победил, у тебя счет. 1700, у меня 1600, так где ты, экономический, да? Да. Все, отключение от сервера, ну отлично, блин, никакой радости победы, класс. Ну... у тебя 50, у меня 49 очков. В смысле 50-49? По исследованиям. А-а. Ну, у тебя, видишь, одну утеху там не хватило или сколько. Но да, у меня все равно больше прогресса было. Я не знаю, зачем ты вообще шел в это. А я не успевал так и так. В мне там и там. Так тебе надо было идти конкретно в одну все-таки. Тебе не кажется? Но я, видишь, я шел-то поначалу в научную, что-то у меня само по себе получилось, что экономически начало слишком бурно расти. Я даже не делал на нее уклон. И у меня 4 хода осталось всего по экономической выиграть. А по научной? По научной 8, по-моему. Ну, видишь, там дольше. Да. Ну, у меня эти, блин, алтари и прочее, они очень много всего дают. Там плюс у меня сидят герои, которые процент с этого еще выше. Всякого. У меня тоже герои. Я натыкан. Ну все, спасибо, ну, ладно, за игру. Да, спасибо. Пока. До следующих выходных. Я теперь буду играть только по выходным. Отлично. Давай, пока.